Это Спарти. Вот так девочка выглядит сегодня. А ведь привезли ее совсем полумертвую. Сегодня Спарти, сейчас после капельницы, мы едем к врачу на осмотр. Но вот эти дни, что мы ее осматривали, вроде бы переломов у нас нет. Скорее всего, девочку просто ударила машина, она была сильно... Или был болевой шок сильный, что она не могла вставать и ползала только на передних лапках. Непонятно, что с ней. Сегодня еще сдадим анализы на пироплазмоз. Сегодня ей полегче, сегодня она выдержит и дорогу, и сегодня она выдержит осмотр. Просто вот эти два дня ее нельзя было ее трогать. Она была в очень тяжелом состоянии. Сегодня нам полегче. Полегче, поэтому сегодня мы точно едем к врачу. Все новости о Спарте расскажем вечером.